Мы находимся на выставке House Hold Expo, разговариваем с нашими экспонентами. Дмитрий, вы производитель, расскажите, чем занимается компания и что вы собираетесь в 2019 году представить рынку, чем собираетесь удивлять? Меня зовут Арсений Дмитрий, я представляю компанию Сарая, которая находится в Японии, также производство есть во Франции и Польше. На сегодняшний день мы представляем линейку бытовой химии, также товары для детей, чистящие, моющие средства. И в этом году мы выводим на рынок японскую торговую марку, стараемся, скажем так, представить нашим потребителям товары наивысшего качества по стандартам Японии. И в 2019 году также на рынок России выйдет французская торговая марка нашего производства во Франции. Вот, я думаю, потребители оценят качество и свойства этой продукции, потому что продукция сертифицирована, само производство экосертом и продукция эко-лейбл. Поэтому я думаю, у данных марок будет достаточно хорошее будущее. Кроме российского производителя, вы еще конкурируете с китайским производителем. Чем ваша бытовая химия японская и французская, то есть ваше производство, какие технологические фишки у вас есть, чтобы конкурировать вот с дешевым Китаем и условно с достаточно хорошим российским производителем бытовой химии? Ну, на самом деле китайская продукция не является конкурентом нашей, потому что в Японии соблюдаются высокие технологические стандарты, высокие стандарты качества и безопасности для окружающей среды и для самих потребителей. Поэтому, в принципе, продукция из Китая может быть и является каким-то конкурентом, но я думаю, что, наверное, навряд ли. Спасибо большое. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспонентами.